сияние солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля-Норе. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Салограда. Готовьтесь! Так, поставили все свечку возле монитора, чтобы никто не вылетел на трое. Зажгли ее. Это пиздец, вспоминай, когда на сладкое было, такая хуйня, это все. Тихо, меня не волнует, ставь. У меня, Тася, ближе к третьей фазе будет компьютер нагреться, и надо будет вынести на балкон. Сука. Ой, бля, Болик. Ты просто раз вынес компьютер и пропал на полгода из игры. Нормально ты там себя чувствуешь? Ты его очень долго остужал. А то наверняка. Я отказываюсь бить этого мужика. Почему? Не нравится он? Ну, вполне нормально. Просто криты по 3,5к. Топ. Рэндж набираем сразу. Эльфы крови, высшая раса. Да. Да.
Теперь вы можете потягаться с моим... Так, пошли подниму. ...инженером Телоникусом. Она рала Пелоре. По-моему, мне даже снять оману здесь починили. Типа оранж корректно работает. Ну да, 40 метров ранжа и самого дальнего 40 метров. Ага, поэтому сейчас полик отдельно. Так он и так немножко идет. Слышишь, что по мне помашет? По Паше ходит. Ты мне по барабану, я к вам зарекинусь просто после него. А Мурлоку? А Мурлоку тоже похуй. Звездочку все. Свечки все зажгли, несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками. Гера, поехал. Заебись, по паре стоит, да? Нольчик. А что дальше отошел, чем надо? Паша, ты... А кто будет? Бэдлол будет. Окей. Блять, мы стоим. Ну все, там клятва висит, господа, охуенно. Давайте, пожалуйста. Диванчик ложимся. Я напоминаю, рейндж 40 метров. Если рейндж больше 40 метров, допустим, ты бегаешь, он херачит в нас. Херачит в нас, мы смещаемся. Вешается сразу клятва крови, потому что мы тоже стоим не в метке. Клятва крови бить их бесполезно. Рыбка стоит, кушаем. Тим, там если на мне блайнд будет, то полика надо будет исходить. Вообще в идеале, если мы не поддержать, тоже косна зачиная гораздо реже кидает. Поставьте шкаф. Лол, смотри.
Вот. Уходишь дальше, ты выходишь из ранжа. Ну вот, и ты ушел с ранжа. Это раз. Два. Босса здесь держать конкретно ровненько в метке. Вот прям тютелька в тютельку. Вон там, где стоит в ранже 40. Все еще в 40. Там босса вот сюда вот дернули и все. Да даже... Стой чуть ближе, ты можешь стать 35, чтобы наверняка, чтобы такой херни не было. Мы же не первый раз с таким сталкивались. Давайте, ребят, быстрее. Кто у нас такой на рыбку богатый? ГБ? Хорошо, снимаю банкиров. Еще раз рычан. Бафы посмотрели. Мурла косас на мордоку. Не, она когда. Поля, давай быстрее. Пиха то же самое. Там пиха там насос проверяет. Да я почти Полик, готов. Нету мага. Нету мага, Полик, нету. А, все, сорян. Через телефон у нас есть. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашан. Боря, ты тоже точно метки держишь? Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Да. Я немножко передвинулась сейчас. Нет, так я тебе говорю, что держать точно по меткам.
Сразу раньше. Настя, чуть вперед. Теперь вы можете поделиться своим главным инженером Телоникусом. Она рала горы. Да, кстати, очень удивительно. Не 3-4, как ты привык, правда? Аня, блин. Что там опять химичишь? Метку. Воу, очень аккуратно. Гера. Держите, Боря. Боря, под дебафом. Блядь.
Ай, бэр по полику, или извините, пошли с фанатизма. Лопату сдал. Север сюда, если можно. Понимаю, блядь. Это был. Я не понимаю, блядь, лопат. Я, конечно, все понимаю. Прибежал. Стал бы умничка, ну, блядь. Ожидал, что проживет. Да надо было предупредить, я что-то не заметил, не прижался, ничего. Я охуею, блядь. У меня ощущение, что вообще первый раз приходит. Можно мы, блядь, посмотрим на третью фазу и перестанете заниматься хуйней? Потому что сейчас мы ложимся к тому, что вы занимаетесь хуйней. Соберитесь с мыслью. Я... Сколько мы раз запускаем этого босса? Раз запускаем этого босса. У нас умирает сова. Подожди секунду. У нас умирает сова. Ой, вернее, умирает полик. У нас стоит сова в рейде. Блядь, ты бежишь подымать. Так сова не были. Почему по полику там не было сейчас сразу моментального диспела? Потому что есть такое понятие, как ГКД. Сдохнуть за 2 секунды, это... Он не за 2 секунды сдох. За 2 секунды. Не за 2 секунды он сдох. Открой информацию по смерти и посмотри. А что мне сказать информацию, если я видела просадку по ХП, Паш? Пожалуйста, если на него кидаете, сразу дайте он недавно написал туда. Вы же видите, что на него висит эта хуйня. Блять, там в любом случае будут такие моменты, когда, допустим, вешается на меня и муглу кому-то на меня здесь, а потом диспелить полик. А зачем Мурлоку диспелить тебя в первую очередь, если лучше в первую очередь диспелить хила? А почему у нас, блядь, до этого не было с этим проблем, а сейчас появились? Ну, я вижу. У нас нет с этим проблем. Готово? Боря, сколько убит векс, чего не хватает? Чего не хватает? Тыкните. Кого сумманить. Ну и что этот брусок? Запускаем. Энергия, сила. Ксюша, ты лукается охуенно. Это зависимость.
солнечного колодца. А нет, Ксюша улетела, еще лучше. Все как я люблю, блядь. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля. Не, у меня с интернет. Посмотрим, хватит ли у вас милых убитых Светограда Таваграда. Готов здесь. Так, у нас минус Ксюха. Нам надо будет на второй фазе делить хан. Суккубик пускай останется в метке. На второй фазе, когда мы уйдем бить трусы, ты останешься в звезде вместе с хилами. А Векс пойдет вместе с нами бить трусы. Подхиливать. Да, но мы тут ставим так, чтобы еще дать надо вставать. А за какой акул и за угол? У нас здесь за угол уходит только Боря. Остальные стоят же все здесь. Меточки, которая звезда. Оранжик набрали. Ой-ой. Паша, я тебе открою секрет, но это я делал.
Теперь вы можете меточку в ромб все. Главным инженером Делоникусом. Держите Борю, не уроните. Сейчас дам на связь. Блядь. Мурлок, заливай на него сейчас. На мурдоку. Нормально, я уже стоял. Меточку. Вера. Боже, стань там так аккуратно, чтобы не ловить это пару урон лишний. Тебе и так там не больше под руку. Боб, по Боре. Дайте энергетику. Монород, отойти, дайте энергетику. Лосово вылетело. Долго бьем. Великий, что ты ценим? Блядь, Паша отъехал. Всяко забили. Полик отъехал, охуенно.
Да, стопы Полика хилит. Ой, хилит, говорю, что надо. Ну ладно, все не нужно. Полик, скажи мне, пожалуйста, блядь, вот ты ловишь урон от двоих. Вот смотри, 40 метров кастуется АУЕшка от этого. Почему ты стоишь именно тут? Вот смотри, где я сейчас бегаю. Почему ты не можешь стать вот здесь? Объясни мне, пожалуйста. Вот что мешает вот сюда сдвинуться? Да тебя дисполы не достают или что? Что? У нас идет АУЕ от Роги, АУЕ от Бабы. Ты стоишь, ловишь двойное. От одной и от второй. Бля, я сейчас запущу, походу. Да. Мои люди без них не могут. Сейчас, подождите, буду дохнуть. После уничтожения солнечного колодца. Так. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Поближе. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянор. Борь, зря ты пришел. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Треснул их? Готовьтесь. Сейчас, сдохну. Рухнуть вернее. Так. Ксюша, дал? Тотемыч тут? Фанат. Ну, наверное, тоже лучше вставай. Не идите туда, ну и ну нахер. Давайте просто присумоним, сейчас все равно шкаф будет. Да, потому что сейчас начнем с этого опять сакрим. Тыкните. Блять, совы нету, тоже хуёво. Так, ладно, давай, Сильва, тогда. Да, залетает это, там пока не будут трогать. Блять. Пожалуйста, все, что вы должны здесь понимать. Все, что они кидают, у них есть рейндж 40 метров. АУЕ идет от любого из них. На второй фазе, на первой фазе. Просто что если он не кидает на... Он кидает на самую дальнюю цель в ранже 40 метров. Если нету самой дальней, он кидает поближе, по близко стоящим людям. Даже если будете в миде стоять, он будет по ним кидать. Это раз. Два. Полик, блядь. Просто убить тебя мало. А у нас минус один был. У нас Ксюша вылетела в самом начале. У нас минус один, тогда считай. Я видела, что мне хватало. Да, всякое знаю. Такое себе. Нету никаких перекуров. Рыбка стоит, кушаем рыбку, захил фу рыбам. Уже накурили сегодня, хватит. Бля, Серега, давай шустрее. Саня, Сукубик, встаем. Дайте по нему рез еще раз. Саня, Сукубик, встаем. Тася, если что, здесь выйду, а если что, пиши. Хорошо.
Рыбка стоит, кушаем рыбку. Саня, который сукубик. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Тыкаем на шкаф. Сейчас ждем, пока улетит. Еще раз тыкаем. Что там вода? Тотем выше сидит, если что. Я вижу. Рыбку. Давайте фул рыбав, потом там фул рыбав дали. Найдешь ли линканешь мне желательно в ПМ? Что ты мне писал два раза? Конкретно ПМ, либо речат. Запускаем. Зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаданор. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светограда Талаграда. Готовьтесь! Thank you.
Паша, перестаться плюс за тобой, сейчас я отпишу всех своих заметчиков, если кого-то не будет на лане, если выбирать среди. Сам Димка, скорее всего, отошел. Ну так нахуй мне на замене, если, блядь, я бред потом не подозвался не могу. Ну тем не менее, 2 часа там пробовал. По 2 часа. Бесполезного сидения. Сколько скинули? Что тебе писать, Ричард? Я вообще, наверное, сейчас начну вот все, что я в белом чате вижу, блядь, по никам. У меня такое ощущение, что вы сюда отдохнуть пришли. Вам нихуя это не интересно, господа, да? Шесть. Типа 6, но лучше 10 держаться. Саня Макрос, я тебя предупредила. Если вы не хотите сюда приходить, можете вообще не приходить.
Полик, на второй, пожалуйста, следи, где ты стоишь. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Подром. Ксеноки. Очень интересно, под так работает Локовский. Так, РДД всем по ромбу. Сделай шаг к нему вперед, вот один шажочек. То есть стань перед рейдом, получается. Всех его касается. Серва, дай в кассу, Инер. Боб Мордоку. Серва, Инер, в Кассиопее. Полик одиспал для прохил. Так, рендж сразу. Отходим сюда, вверх поднимаемся. Возле бабы на рендже 10 друг от друга. Топорик оббегаем. У нас здесь много места. Станьте так, чтобы доставать нормально. Векс, больно. Векс, хоть было бы хорошо, чтобы ты пошел туда, ладно.
вас хилится. У нас хилится, у нас висит клятва, нам не хватает людей. Охуенно. Из хилов к нам кто-нибудь. Тихо пришел. Стопайте в череп, фу. Никто череп не бьет. Косты сбиваете. Идите, пока бабу начнем доливать. Морлок. Стопните, милики, не бьем, не добивайте 6% панка. Там не спал. Тася, беги, беги. Куда? Стендер уже нормально. Не, просто между фанатами, между вами. Там будет полный. Да, бейте, переводите. Там один танк. Тихо, убавь его туда. Лопаточ, прожимайся, я прибегу к вам. Будет, уходи, босса, забирать питомс. Добивайте, добивайте. Забили. Велики, утоповать. Монород по возможности по талии бар или по бедлолу, так его достанешь. Что забирать? Сразу номер. Все льва найти бедлолу, дай по нему бар. Через 20 секунд будет клин. Лизм, аккуратно следим. Кул диспейл. Там всех диспейлит моментально. Пол встанешь? Лёг, понимаю. Дима пошёл. Катаклизм, ушли, 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 рэндж. Рэндж 40. Маша, почему он там так хуярит? Зачем вы бегаете возле него? Возле ромба, ой, возле квадрата у нас остаются только милики и остается пару РТД, текст, который лежит. Какая-то пачка хилов, все на этом. Сейчас ромба даст. Прямо возле него отводить. Я не поняла, почему у него клятва не вешается. Так лезм ушли. Можем падать. Падает он, скорее всего, из-за диспелла там. Ну, у нас лупит босса, шипы лупит босса. Мы как договаривались, на паладина надо бурстануть. И там чуть ли даже не Гера переедет на последнего этого миника. Паладина надо, полрейда и будет висеть. У нас РДД, его не могут бить всяко. А, да? Все, урон РДДшников не проходит по нему.
Его должны заливать милишники. РДД должны уйти сюда, бить конкретно Келли. У Келли есть только один каст, от которого нам становится страшно. Это катаклизм. Начинает каст катаклизма, каст длинный, 6 секунд. Мы отходим от него на 40 метров раньше. Все. Остальные касты сбивать или что? Да не надо там сбивать ничего. Там ты можешь сбивать только переливание, если начнет кастовать на него. Лучше не сбивать, потому что ты, когда сбиваешь, ты вешаешь у него невосприимчивость. А желательно сбить конкретно переливание. Да, что за бури? Что это? Буря — это дебаф, который кидает на вас паладин, который надо снимать. Сейчас я вам его линкану. Это не проклятие же. Проклятие. Не, проклятие. Проклятие меня не убивало. Я себя диспелил. Проблема в том, что Тася забывает, что она наносит урон не когда... В момент навешивания она наносит урон и резонирует от всех вокруг. Из-за того, что РДДшники на катаклизме не придумывают ничего, блядь, лучше, чем бежать в паладина нахуй и в толпу, вместо того, чтобы на противоположную сторону. Вот сюда. Подожди секунду, Тася этого не забывает. У нас вот сюда подводится паладин. Вот смотрите конкретно. Вот сюда у нас привели паладина. Стоят его, бьют РДД. Ой, РДД стоят его, бьют, милики пинают. Здесь просто стоит. Вот смотри. Вот отсюда вот отошел. Здесь стоит один хил какой-нибудь, здесь стоит второй хил какой-нибудь, и здесь стал где-нибудь третий хил. И здесь, допустим, вот с этой стороны, здесь может стать хант. Потому что он не достанет до пуста, то здесь может чилить какой-нибудь хант. Остальные РДД у нас хилами, которые стоят нихуя не делают, потому что здесь больше делать нехуй. Мы стоим вот с этой стороны. Нам не надо здесь держать рейндж, когда мы начинаем бить Келли. Нам абсолютно здесь ничего не надо делать. Все, что нам надо, это бить Келли и отбегать от катаклизма. Все. Конкретно кастеры, которые у нас после того, как мы залили бабу, мы стоим, херачим. Единственное, у нас из РДДшников уходит хант. Помогать добивать паладина. Паладина надо бурстить очень сильно и очень быстро его сливать. У нас здесь из хилов по-хорошему может остаться один холли-пал, который будет, допустим, держать танков. Один, допустим, кто? Даже. Ну вот, допустим, бэтбол может... Нет, бэтбол там стоит на снятие проклятия. Хотя, в принципе, у нас здесь стоит полик и стоит кассиопей. Я думаю, этого достаточно. Самого отправить на снятие. Ну или, допустим, чтобы кот там тоже под диспалил, то есть что-то из этого. Ну там бэтболт стоит, там пиха стоит. А ты, когда мы заливаем бабёнку, вот когда мы убили бабёнку, ты не можешь как стоять здесь. Когда у нас остался один вообще ад, это все внимательно, пожалуйста, услышьте меня. Я очень хочу, чтобы вы поняли, что я до вас пытаюсь донести. Когда у нас остается один ад, у него в миле чилят милики, бьют его, в РТД вокруг него рассыпаются пара хилов и векс, у которого урон по нему проходит, остальные РДДшники, мы смещаемся вот сюда, на эту сторону. Посмотрите, где прыгает печенек. Мы стоим, бьем Келли. Если кастует катаклизм, мы просто отбегаем назад. Мы не идем туда, вот в сторону черепа, где будут держать паладина, чтобы не ловить от него проклятие лишний раз и не получать хуеву тонну урона. Это раз, два. Катаклизм. 40 метров рендж. Вопросы? Вопрос. Я чилю? Ну, пока сидишь. Я на кресте. До свидания. После убийства последнего моба что делать? После убийства последнего моба идете пинать Келя. Пинаете Келя, опять-таки, у нас что будет происходить? Ну, так как мы уже увидели, что был рассказ. Какая мид. Ставлю трусы. Рейд стоит вот здесь. Стоим, пинаем Келя. Там... Да. Вопрос. 40 метров друг от друга или от босса при катаклизме?
Катаклизм, он... Келя начал катавать катаклизм, убегаешь, убежать от него 40 метров. Милики бьют. Милики бьют Келя, это будет, да. Каст катаклизма будет даваться редко, но он дает его на 6 секунд. Там будет висеть казнозыч, это добавит нам еще, пускай там секундочку какую-то. Это раз, два. Время от времени он будет выпускать Феникса. Феникса въезжают все РДДшники, абсолютно все. Убили Феникса, после того, как убили Феникса, появляется яйцо. Вливаемся в яйцо. Это раз. Два. На катаклизме сразу отбегаем. Еще момент. Кидает проклятие. Я буду проговаривать, на ком будет вешаться. Его выносить, разливать вот прям в стену. Я сейчас, наверное, запущу, но нормально, нам и надо запускать. Вот прям вот так вот в стену. Чтобы частично оно уходило. Он, человек выносит и разливается под ним этот огромная лужа. Примерно как руна. Оранжа. Тыкнуть. О. Еще раз потом внятно, что такое. О, выносить. Кого выносить? Вот я тебе линканул. Вот ну, это вот выносить. Фокус нет. Ой, вторинц. Там бомбастаждая. Там будет анонс. Нет, типа, нет, потоковое. Да будет анонс, а ДБМа не будет, от меня будет, у меня оно прописано. Все готовы, Бедлоу, ты готов? Если кто-то что-то не понимает, лучше спросите, я вас очень прошу. Пока я отходил, ты не говорила, как мы будем вводить квадрат на последней фазе? Где у нас зона? Примерно это? Вот сюда, до черепа, и вот, вот здесь вот гоняете. Хорошо. Если руна, мы уходим ближе к стене. Да, если руна, вот туда, ну, получается, в эту сторону. Сейчас смотри, вот, допустим, дает руну, если руна, просто отводишь сюда даже метку в квадрат. Хорошо. Тянешь подальше, хоть не будет идиотов, которые будут под ним убежать.